Оборудование техническим вузом на зависть. Ивановскому индустриальному колледжу есть чем гордиться и хвастаться. Такого центра прикладных квалификаций по направлению металлообработка поискать по всему ЦФО. Руководители учебного заведения устроили экскурсию для губернатора региона. Показали кабинет автоматизированного проектирования технологических процессов, мастерскую металлообработки, сварочное оборудование. Павел Коньков рассказал собравшимся, что сам он трудился на машиностроительном предприятии и современной техникой для обучения специалистов очень доволен. Время требует больше практических знаний от выпускников. Нам сегодня нужно получить специалиста высокого класса, причем беспристрастно оцененного при различных тестах, при различных экзаменациях. И вот мы сегодня, скажем, в этом колледже этого результата достигаем. Озвучил губернатор и актуальную проблему. Выпускники школ хотят учиться в вузах. В учреждения среднеспециального образования их не затащишь. Считают, что это не престижно. Но в таком колледже учиться почетно. Все программы автоматизированы. Прежде чем студента допустят к технике, все навыки он отточит дистанционно. Например, это современный тренажерный комплекс для подготовки сварщиков. Здесь отрабатывают навыки ручной и дуговой сварки различных типов. В том числе соединения сложно свариваемых цветных металлов, таких как алюминий, сплавов меди и титана. Сварка пугает на первом этапе. Кипит металл, то есть да, раскаленные массы металла. Сложно сразу начать реальный процесс сварки. Здесь учащийся получает возможность постепенно адаптироваться к сварочному процессу. В следующем году руководство колледжа планирует открыть набор на специальность сварка. Рассчитывают, что вакантных мест не будет. Обновить оборудование по последнему слову техники помогла федеральная программа модернизации учебных учреждений. 15 миллионов выделили из госказны, 3 миллиона из кошелька региона. Оборудование современное, высокотехнологичное. Это станки с программным управлением токарные, фрезерные, также механические станки токарные, фрезерный станок и заточной станок. Сейчас ребята уже учебную практику проходят на нашей базе. Это говорит о том, что ребята выходят на завод более уверенными в себе. Встретился губернатор с призерами полуфинала национального чемпионата молодых профессионалов ЦФО. Лично наградил лучших. Сборная региона в состязании WorldSkills участвовала в 16 категориях. Призовые места заняла в 9 номинациях. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.